Привет, друзья, с вами Ваймс, я продолжаю проходить Dark Souls 2 Scholar of the First Sin на NG+, и в прошлый раз я зачистил приличный кусок Бастилии. И где-то там вроде бы я пропустил Персуэра, так что пойду не пропущу его. Ну и плюс осталось пойти и стукнуть босса. Окей. Ау. Собака, иди нафиг. Да, вон он. Проблема в том, что он спавнится, пока живы арбалетчики. Окей. Да, ненавижу этих арбалетчиков. Ненавижу вообще этот кусок локации. Куча собак, два арбалетчика, или сколько их там? Три арбалетчика, пять арбалетчиков, 84 арбалетчика. В общем, толпа арбалетчиков. И этот сраный персуэр. И теперь мне еще и этот кусок локации придется перезачищать, но... С этим как-нибудь Лок, перестань. Разберусь как-нибудь с этим. Окей, так, стоит съесть человечность, стоит съесть эстус, или даже какую-нибудь вот эту вот фигню. Чтобы не тратить эстус. И стоит съесть священный обед. Да. Да блин, этого не хватает, чтобы его убить, какого хрена. Еще и собака, еще одна сагрилась. Я ненавижу эту локацию. Вот этот вот двор сраный с этими... Надо с другой стороны приходить, тогда будет проще. Хотя не сильно проще, но немножко проще. Уже хорошо. Отсюда получается. Почему этот наркоман не может подождать, пока я всех убью и потом заспавнится? Окей. Мой арбалет круче. Теперь, если бы этот наркоман еще не стрелял по мне, было бы вообще хорошо. Потерял сколько-то душ на этом всем. Возможно, даже много. Не помню, сколько у меня их было. Но пофиг. Окей. Почему у него такой наркоманский спаун?
И почему тут такая наркоманская камера? Почему эти доски здесь висят в воздухе и мешают мне видеть? Очень сильно мешают мне видеть. Окей. Лук у меня какой-нибудь еще есть, потому что этих стрел мне не хватит. Есть вот этот лук, но у меня на него нет силы. Возможно, есть какой-нибудь более апгрейженный лук здесь. Длинный плюс 7. Этот плюс 5. Сойдет. На это мне всего хватает. Окей. Перекаты становятся хренью от него, но все-таки. С ним достаточно весело, наверное. Так, нет. Я чего-то промахнулся мимо нужной кнопки. Я хотел L1 нажать. Ну, ЛБ в случае с боксовским падом. У меня боксовский пад, но у меня привычка называть это все кнопками от PlayStation, потому что... Потому что геймпад от PS1, наверное, когда-то у меня был. Вообще у меня никогда не был геймпада от PS1, но у друзей я им пользовался намного раньше, чем геймпадом от бокса. Ну и от PS2 там. Тоже было. Окей. Эти бочки не взрываются от этих стрел? Взрываются. Это решает часть проблем. Почему, когда я без лука стреляю, она стреляет куда-то хрен знает куда? Окей. Да, блин. Сраная собака, перестань дергаться так. Как отменить выстрел? Можно же было как-то, нет? Видимо, нет. Почему я рыцарей дамажил по 800, а собак всего по 300? О, неважно, этого хватает. Да почему он так долго натягивается? Сойдет? Собака, возвращайся. Собака. Она не хочет возвращаться. Ненависть. Если я сюда спрыгну, я выживу? Мне очень интересно.
Стоп, там еще один арбалетчик остался. Ладно, будем считать, что собака не вернется. Так что я пойду и убью этого сраного арбалетчика. Таким же способом. Насколько я сломаю эту башню арбалетом, точнее луком? Довольно-таки сломаю. Сойдет. Теперь еще разок обед. И теперь уже персевер. Нет? Да. Да, но не сразу. Нет, окей. Я слишком рано перекатился, но... Я думал, что слишком рано перекатился, но оказалось, что нормально. Ау. Окей. Готов. Да, так намного проще, когда здесь нет всякой хрени, которая по мне стреляет арбалетами, луками, собаками и прочим говном. Идите нафиг все, у меня костер. Окей. Все равно придется это все убивать, но хотя бы... Нет. Я не согласен. Стоп, я могу ведь сразу же отдать еще и уголь этому бомжу. Забери мой уголь. Черт. Почему он на нет по дефолту? Ну, он ничего нового не продает, естественно. Хотя он продает... А, хотя мне не нужен ремонтный порошок. А, проапгрейдить я что-нибудь могу интересное? Ну, костяной кулак на единичку еще. Починить я могу тоже костяной кулак, но это не нужно. И здесь еще мерцающий титанит был, насколько я помню. Собаки, идите нафиг. Окей. Черт, я надеялся, он пойдет по бочкам. Ну ладно, хадукин тебя. И еще разок. И вот теперь он попадет. Черт, да, попадет по бочкам. Определенно. Ладно. Священный обед. А, стамина кончилась. Я думал, почему я перекатился, ударил, но не ударил. Потому что стамина кончилась, очевидно. И тебя я оживлю. Не знаю, кстати, насколько слышно, но у меня за окном какая-то фигня происходит. Судя по звуку, там косят газоны, но как-то, по-моему, не сезон для этого. Так что не должно быть вроде бы. Но скорее всего это либо не слышно, либо было не слышно и незаметно, и я сейчас привлек к этому внимание, да. И теперь вы будете это слышать и обращать на это внимание. Так, надо как-то аккуратнее это все убивать. Ау. Нет, определенно не так. Проблема вообще кулаков и
кастетов и всего тому подобного, у них сильно не хватает дальности и возможности задевать несколько целей. То есть каким-нибудь там двуручным мечом, в смысле не цваем, а именно просто там клейморой или чем-то подобным, я бы всех четверых вообще без проблем дамажил. Но кулаками я там одного-двух с трудом. Собака, иди нафиг. Я тебя сюда не звал. Отлично. Окей. Хадоукен! О, он умер. Как-то случайно. Я могу отсюда, наверное, зацепить эти... Нет? Да, огненных болтов у меня нет. Они есть в игре, наверное. Но у меня их нет. Но я, наверное, могу зацепить отсюда... А, это не лук, это меч. Да. Эти бочки. Может быть. Да. Это, правда, нифига не убивает, так что смысла особо в этом нет. Но все-таки... Чуваки, идите сюда, я вам хадукин дам. Окей. Нет. Понимается, конечно, долго. Ау. Ау. Ау, нет. Так, секунду. Окей. Закрыл окно, чтобы меня не отвлекали эти сраные газоны. Или что там? Ну окей. Да? Чувак, ты наркоман или что? Окей. Окей. Отлично. Если бы еще лук при этом не делал того, что он делает, было бы вообще хорошо. Как я не получу урон при всем этом? Неясно. Но я не против не получать урон. Не получать урон хорошо. Что с этой фигней делать все-таки? Потому что их тут много, у меня слишком точечные атаки и слишком долгие анимации, чтобы с ними нормально справляться. При этом они спокойно бьют друг сквозь друга. То есть, если бы я мог бы стоять вот здесь вот в дверях и убивать их по одному, то это было бы идеально. Но я не могу, потому что они... Им пофиг, они просто задние ряды бьют сквозь передние. Они могут сюда забраться? Ну, один не смог. Чуваки, я здесь.
второй тоже не смог. Только не настолько эпично он не смог, как первый. Первый очень хорошо не смог. Второй не смог немножко похуже. Но это хороший способ разобраться с этой толпой. Потому что это, по крайней мере, их разделяет. О, наркоман. Оу. Я, конечно, тоже наркоман. Но все-таки. Мне положено игнорировать лестницы. А он тут солдат местный, он должен по лестницам спускаться, а не спрыгивать рядом с ними. Тут еще кто-нибудь остался? Конечно же, да. Хадукин вам. И еще один. И еще один. Как насчет умереть? И как насчет починиться? Кто здесь, кстати? А, она. Окей. Я не хочу открывать эти ворота. Зато я хочу открывать вот эту вот дверь. Надо будет позажигать здесь факелы когда-нибудь, но сейчас лень и нечем. Окей. Съесть обед. И вперед к рыцарям, к стражам. Пофиг все, что по пути. Там я какой-то мелкий лут пропускаю, но пофиг. Да, у них серьезная уязвимость к ударному урону, так что кастеты очень хороши против них. Вау, хитбоксы. Идеально. Смогу я убить второго до того, как третий запрыгнет? Вряд ли. Я смогу попытаться. Хотя, может быть, если то же самое будет с хитбоксами, но, по-моему, того же самого, да, определенно не будет, если он такие атаки будет использовать. И тем более, если он будет блокировать. Окей. Назад, 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 черт. Да блин, перестань эту атаку спамить. Лови, Хадукин. Сраный щит. Хадукин не долетел или ему не хватило немножко? Я не совсем понял. Не обратил внимания. Я был слишком занят умиранием. Да. Ну, с ними не должно быть особых проблем. Тем более, я открыл дверь, так что теперь есть шорткат. Так что... Да. Все должно быть хорошо. Я надеялся их с первого раза убить. Но второй отказался со мной сотрудничать в этом. Увы. Так, зачем мне это все здесь и это? И нет ли у меня, да, у меня есть электричество. Я думаю, я
первого стукну так же, как до этого. Потом, пока второй идет, я оббафаюсь еще раз обедом и электричеством. И, возможно, я успею второго стукнуть. Опс. Стамина. Так, Эстус. Обед. И электричество. Чёрт. На этот раз он эту атаку использует, да. Ладно. Так не выйдет. Почему он там спрыгивает? Он рядом со мной был. Иди нафиг со своей крутилкой. Да, в прошлый раз я определенно не попал, потому что если бы я попал, у него было меньше жизни, чем сейчас. А снес я ему сейчас почти в два раза больше, чем у него сейчас осталось. Так что Хадукин против них хорош. По-моему, ты зря кинул свой щит. Мне теперь тебя намного легче убить. Опс. Стамина не вовремя кончилась. Я ничего не мог уже с этим сделать. Я один раз перекатился, а на второй уже не хватило. Пешком я, естественно, не успел уйти. Это было, я думаю, заметно. Что я отходил назад, но не успел. Этот прыжок меня бесит. Так, давай комбо, да, спасибо. Пока, чувак. Да, стражей. Довольно весело кастетами убивать. Если бы второй немножко больше сотрудничал, то его, наверное, можно успеть убить до того, как третий запрыгнет. Но, увы. Он не делает того, что мне от него нужно. Хочу ли я внизу... Да, наверное, я хочу внизу открывать все эти секретные двери. Вдруг тут что-нибудь изменилось. Потому что на НГ тут ничего не изменилось, они были такими же бессмысленными. На НГ плюс вдруг. Все еще выпуклый щит бесполезный. Ну, не то чтобы совсем бесполезный. Да, все еще пустая комната бесполезная, и все еще бесполезная ржавая монета. Ничего не изменилось. И тут, наверное, тоже ничего не изменилось. Да. Ну, увы. Пойду потрачу души для начала. И потом, наверное, дойду до стрейда и на этом закончу. Потому что мне как-то не хочется грешницу еще сегодня убивать. Слишком долго. Чуть-чуть не хватает. Что-нибудь у меня, наверное, есть.
этого не хватит. Но я могу сожрать вот этих вот штук. Так. 5? Нет, много, по-моему. Да, определенно много. Да, и зачем я 5 сожрал? Надо было 3 сожрать, потому что я думал, что они по 1000, а они по 800. Ну ладно, неважно. Немножко лишнего осталось, но пофиг. По 800 тоже бы 3 хватило, так что... Да. В общем, я наркоман, бывает. Открывай двери для нубов. Гораздо веселее их выбивать пинком в прыжке. А, да, ключ здесь, точно. Окей. Пойду сначала вверх. А ведь есть еще одна ветка? Нет? Есть, ох, две ветки. А, да, точно. Адукин. Наверное, проще их арбалетом. Если он их с одного убивает. Дверь слишком медленная. Да, снова убивает. Окей. Удачи тебе в этом. Тут ведь был еще один в центре, да? Да. Черт. Ну, я успел его убить. То есть я не успел его убить до того, как он меня сдамажил, но я его убил все-таки. Так что все нормально. Чувак, я здесь. А, точно, это парирование, нет. Ну, окей. Эти все еще не агрессивные, эти все еще не агрессивные. Строить стань человеком. Стоп, что? Тут же раньше драконьи кости были. Сияние жизни, что это вообще, я не помню. Наверное, это Миракл. Сияние жизни, великое чудо, медленно восстанавливает... А, понятно. Окей. Строй, дай мне пройти. Ты хочешь умереть? Я могу. Помочь тебе в этом. А, вот, да. Дал пройти все-таки. Ну, окей. Ладно, мне лень дальше что-либо еще делать. Так что это все в следующий раз. Ну, потому что если я что-то еще буду делать такое, там, грешницу убивать или еще что-нибудь подобное, то это затянется надолго. Я мог бы, конечно, пойти там
доделать Бастилию саму, там осталось пара комнат, но лень. Это уже просто лень. Так что это будет все в следующий раз. Ну, а на сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. Почему здесь... У него даже тени не было, какого хрена. В общем, спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.